first half completely out of the game. Первый тайм команда практически выпала с игры, не смогли хорошо войти в игру. With the ball. Это касается игры. Как с мячом? Solution without ball. Также не находили решение против мяча. For playing against a good opponent in the first half. In der ersten Halbzeit haben wir den Gegner ist zu einfach gemacht. Wir haben mit dem Ball keine Lösungen gefunden. Zu viel einfache Ballverluste und in der ersten Halbzeit auch gegen den Ball. Den Gegner ist total einfach gemacht. В первом тайме облегчили задачу нашему сопернику, не очень эффективно играли как с мячом, так и без мяча. Сопернику было легко находить решение, и мы своей игрой как бы даже облегчили эту задачу, соперник находил решение. Zweite Halbzeit sah dann schon mehr nach Fußball aus. Natürlich ist dann nicht einfach gegen Spartak eine Lösung zu finden. Второй тайм команда сыграла лучше, но, конечно, против такого соперника, как Спартак, не всегда легко играть. Wir haben trotzdem eine Lösung gefunden, allerdings haben wir nicht das Tor geschossen. Ну, какие-то решения команда находила, к сожалению, голевые моменты мы не смогли воплотить в голы. Aufgrund der zweiten Halbzeit kann man der Mannschaft jetzt dann keinen Vorwurf machen. Ну, по итогу второго тайма я могу сказать, что по второму тайму у меня упреков в команде нет, Локомотив. Aber die erste Halbzeit müssen wir ganz, ganz deutlich analysieren, ansprechen. Und sowas darf nicht mehr passieren, sonst kannst du keine Spiele gewinnen. И то, что касается первого тайма, потом нам стоит обсудить, проанализировать первый тайм. Это ни в коем случае не должно происходить, такая игра, какую мы показали в первом тайме. И я думаю, что с таким первым таймом очень сложно выигрывать игру. Если у вас есть вопросы, да, давайте. По традиции первый вопрос. Добрый вечер, Сабодаш Владимир, Московская правда. Если позволите, два вопроса. Первый. Ваша команда то ли вас не понимает, то ли вас не слушает, то ли, извините за выражение, вас плавит. Я не знаю, вы сможете перевести слово «плавит»? Потому что первый удар на 50-й минуте, и команда, вы правы, команда не играла не то что первый тайм, а все 60 минут. Отсюда вопрос. Плавит ли вас команда? Also Punkt 1 haben wir vor drei Tagen ein Spiel gehabt, wo die Mannschaft es verstanden hat. Haben Sie gesagt, wir haben gut gespielt. Я помню вас. Три дня назад у нас была кубковая игра с Краснодаром, где я помню ваш вопрос, и где я ответил на ваш вопрос и говорил, что команда хорошо играла в кубковой игре. Я помню, что вы согласились с этим. Dann hat recht, dass sie die erste Halbzeit den Plan nicht verstanden hat. Nicht umgesetzt hat. Вы правы. Наш план на игру в первом тайме был... Мы не смогли воплотить наш план на игру в первый тайм. Вы aber правы. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir den Plan genau umgesetzt. Und wenn wir das 90 Minuten machen und unsere Chancen reinbringen, dann gewinnst du so ein Spiel wie heute. Ну, во втором тайме команда играла лучше. План, игровой план, строго следовали игровому плану. Если мы так будем играть 90 минут, команда будет выигрывать. Und seit knapp zwei Wochen haben wir mit den englischen Wochen vielleicht gerade mal zweieinhalb Trainingseinheiten auf dem Platz machen können. И из-за того, что две недели команда играла практически, имела английские недели, то есть играла две игры в неделю, у нас было очень мало тренировок, где мы могли что-то наигрывать между играми. Deshalb kommen die Länderspielpause jetzt recht, denn dann können wir jetzt ein bisschen runterfahren, können dann trainieren und können die Mannschaft auf die nächsten Spiele vorbereiten. И сейчас пауза на международные игры. Надеюсь, пойдет на пользу. Ребята могут отдохнуть, и у нас будет время тренироваться и наигрывать наши схемы, наши игровые принципы. У нас будет больше сейчас тренировок. Я думаю, что это пойдет команде на пользу. Спасибо. И второй вопрос совсем короткий. Извините, он будет не совсем камильфо. А вы уверены, что лично вы будете готовить команду к следующей игре? Спасибо. Die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. На этот вопрос не могу ответить вам. Здесь, в первом ряду.
Добрый вечер. Я попробую снизить все-таки градус напряженности. Первый вопрос. Чем выбор обусловлен Ивана Кузьмичева? Никогда он не выходил еще в стартовом составе на такую ответственную игру, на такой ответственной позиции центрального защитника. Кузьмичев. Кузьмичев, инфертайлига, это очень ordentliches Spiel in Derby. Warum haben Sie sich für Кузьмичев entschieden? Naja, er hat letzte Woche eine Halbzeit gespielt. На прошлой неделе у него было 45 минут, он сыграл один тайм. Hat es gut gemacht. Очень хорошо отыграл. Und Tin ist verletzt. Tin травмирован. Und deshalb hat er, weil er es auch 45 Minuten lang wirklich gegen Krasnodar gut gemacht hat, die Chance erneut bekommen. И после 45 минут его хорошей игры после Краснодара, логично, что сегодня игрок заслужил право сыграть эту игру и отыграл 90 минут. И второй вопрос. Сейчас две недели перерыв будет в чемпионате. Как раз будет время проанализировать ошибки и подготовиться к следующей части первенства. Какие основные моменты в тренировочном процессе вы будете нарабатывать, чтобы следующую часть сыграть лучше? Спасибо. Ja, aufgrund der ersten Halbzeit müssen wir alles trainieren. Ну, если брать первый тайм, то нам надо сказать, что надо тренировать все. Aufgrund der zweiten Halbzeit müssen wir mehr an dem letzten Drittel arbeiten, dass wir einfach Tore schießen können. Если брать только второй тайм, то надо могу сказать, что нам надо работать над нашей эффективностью в последней трети, воплощать наши голевые моменты в голы. Жо, приветствую. У меня вопрос про взаимоотношения в команде российских ребят и иностранцев. Было на поле четко заметно, что в «Спартаке» иностранцы быстро интегрировались в команду, и там они выглядят единым коллективом. А по «Локомотиву» я могу судить только по ситуации после матча, когда все иностранцы сразу ушли в тоннель, и только российские футболисты пошли к болельщикам. У вас нормальные взаимоотношения между иностранцами и российскими футболистами в коллективе, потому что это очень важно. Also erstens mal kann ich die Mannschaft vom Gegner nicht beurteilen. Прежде всего, не могу судить о команде соперника. Ich kann nur sagen, dass wenn ein Spiel gewonnen wird, werden sicherlich auch unsere, wenn man sie Ausländer bezeichnet, unsere Ausländer genauso mit den Russen zusammenstehen. Ich habe bis jetzt nichts gemerkt. Dass man natürlich immer daran arbeiten muss, dass man immer eine Mannschaft formen muss, das ist klar. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, mit vielleicht die jüngste, und da müssen wir im Endeffekt daran arbeiten. Wir müssen ein Leadership aufbauen, das machen wir gerade, und Barinov macht es mit seinen Kollegen, mit den erfahrenen Kollegen richtig gut. Das wird eine Zeit dauern, aber ich sehe keinen Grund oder jetzt keinen Punkt, wo ich sage, dass jetzt irgendwie eine Ausländerfeindlichkeit da ist. Ну, я могу сказать, что ваше наблюдение, я даже этого не заметил. Всегда помню, что команда после побед всегда подходит к публике, благодарит публику. То, что вы говорите, даже выпало из моего поля зрения, но могу сказать, что у нас молодая команда, мы еще многому учимся, нам еще есть куда расти и работать. У нас есть капитан Баринов, который помогает мне, который подгоняет команду, который как бы держит команду под контролем, у него есть помощники, у нас есть целая группа лидеров, которые делают эту работу и обеспечивают хороший позитивный климат в раздевалке. Поэтому, а сам от себя могу добавить, что какой-то разобщенности, несплоченности между российскими, как вы говорите, в кавычках, иностранными игроками в команде я не наблюдал и этого не заметил.